Пусковский микрорайон, жителям гарантировали, что будет пешеходный мост на Бежевский пляж, а дальше можно будет пройти на общественный транспорт. Ну и что? Прошло несколько лет, остались куча мусора, которым засыпали насыпь для, мы говорим, для Пусковского микрорайона, там какие-то остатки металлургического производства. Речка стоит, стоит какая-то как виселица на том берегу, а мост так и не построили. Ни застройщик, ни городские власти мост строить не хотят. А так бы было удобно, чтобы жители могли пройти сквозь речку по мосту, выйти к Бежевскому пляжу и пойти в город на общественный транспорт за покупками, по делам. А сейчас у нас микрорайон оторван. Нет у нас связи сейчас между Флотском и Бежевцей, хотя он к Бежевцу относится. Будет ли пляж? Уже об этом помолчок. Ни застройщики, ни городские власти об этом не говорят. Что остается жителям? Поднимать шум, где обещанный мост? Многие, покупая квартиры, рассчитывают, что будет по мосту ходить в центр Бежевцы. Находиться в самом хорошем, как говорится, чистом микрорайоне. Получается, что они на задворках истории. Не уйти, не прийти, не уехать, не приехать. Вот такая флотская у нас будничь.